Аксессуар для робота-пылесоса. Купил на Вайлдберрис, пришло быстро, буквально там день уже все пришло. И стоило недорого 1400 рублей. А входит что? Щетка одна вот такая. Два фильтра. Два фильтра, еще по две штучки. Две щетки и тряпочка. Вот тряпочка. Вот таких вот два набора. Один я уже поменяла. Щеточка. И вот таких две щеточки. Вот. А еще вот хочу извиниться перед китайцами. Думала, такой хороший робот-пылесос сделали, дешевый, функциональный, но не продумали. Только всего лишь три липучки. Закрепляешь таким вот образом на эти три липучки. А когда он начинает пылесосить, вот это вот загибается и вот так заворачивается. И вот пользовалась я 4 месяца так. Пока не стала заказывать вот этот вот набор. А когда стала заказывать, там есть видео, что входит в набор. Я его включила, посмотрела. Оказывается-то, вот эта штучка вот, она такая плотная, она вот сюда вот вставляется. Надо просто вставить было вот таким образом. И закрепить липучки. Вот это все коронавирус. А китайцы-то молодцы.